Гости из Архангельска посетили культурный центр Елизавета Мамонтова в Хотьково. В их числе руководители и специалисты Управления культуры администрации Архангельска и директора ведущих учреждений культуры. Цель визита – обменяться опытом и познакомиться с культурой города. Очень сегодня для нас важная встреча. Я бы сказала, даже такая, знаете, вот такая знаковая. Вы можете себе представить, что такое приехал Архангельск? Архангельск – это очень серьезный русский город, где действительно традиции очень сильны, где культура на самом высоком уровне развита. И то, что эта делегация выбрала нас, конечно, для нас это большая гордость. Архангельской делегации показали, чем живет сейчас культурный центр Елизавета Мамонтова. Для них провели методическую встречу, показали кружки и студии. На главной сцене гости застали репетицию вокалистов и смогли посмотреть, как занимаются ребята. Наверное, ценно для нас, что выбирали они нас по своему мониторингу. Они, промониторив соцсети, они выбрали Дом культуры Яуза Мытищих, Дом культуры Марфина, Дом культуры Подмосковья в Красногорске и культурный центр Елизаветы Мамонтова. Я хочу сказать, что когда они обратились также за советом Министерства культуры Московской области, им были рекомендованы тоже точно эти же учреждения. Поэтому мы мыслим одинаково, мы идем в одной струе, и это очень радует. Гостей ознакомили с новейшими методиками Хотьковского культурного центра. По программе «Особый взгляд» в нем проходят киносеансы с тифлокомментированием, предназначенные для людей с проблемами со зрением. Вот очень интересно, работа идет со слабовидящими, с особой аудиторией. Мы, к сожалению, да, с ними не работаем. И это интересная идея. Мне кажется, можно взять на вооружение, попробовать включиться в данный проект. За круглым столом гости из Архангельска и работники культурного центра Елизавета Мамонтова обсудили планы по дальнейшему взаимодействию. Мария Ревека, Дмитрий Зайчиков, ТВР-24.